Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Delivery from the Pain. Так, ну что, мы дома. Карту мы не всю еще открыли пока. Давай-ка мы посмотрим, что я могу сделать. Я ничего не могу сделать. Да. Ни патронов, ни шиша. Похавки. По хавке я могу сделать вот этот запеченный картофель. Наверное, это будет вкусно. Мне бы хотелось в это верить. Ну, картофана у нас тут, если честно, еще много. Не хватает только лишь мяса, да, и сделать какое-нибудь тушеное рагу, тушеных крыс поесть с картошечкой. Ой, милое дело, да? Ну, время-то уже позднее, я, наверное, не побегу дальше на локу. Наверное. Единственное, что посмотрю, отремонтировать можно ли мне что-нибудь. Можно, но пока нет смысла. Так, перекусим. Вроде нормуль, да? Перекусил. Этот тесак, наверное, снять, убрать. Блин, картошки еще много, ребята. И она так быстро портится, даже не знаю. Блин, у меня вот только такие вот. Брать УЗИ с собой, ну, я тоже не вижу смысла. Ладно, ребят, наверное, кемарнем до утра. Тут, в принципе, спать-то осталось, шиш да не шиша. Ага, приперлись зомбари, ё-моё. Ломают мне, блин, забор, гады, блин. А чё машина-то у меня ломается, тоже непонятно. Так, друзья, сейчас картофанчик еще запеку маленько. Испортится, понимаешь, не за грех. Блин, вот сколько у нее там прочности у этой картошки? Где она? Ну, я думаю, пока хватит, да, на мое путешествие. Отмычки, ни одной отмычки нету. А мне нужна она, как, я не знаю, как манна небесная эта отмычка. Чего опять-то? Ты что там, блин, схавал, блин? Лечись давай. Так, отмычка. Нету. Не могу себе позволить, друзья мои, какую-то там отмычку, понимаешь? Половина забора разнесено уже. О! В парке. Неужели мы что-то поймали? Какую-то крысу. А ну-ка. Есть. Друзья мои, трех крыс поймал. Трех. Я, наверное, быстренько сейчас смотаюсь сюда. И пожарю. По-моему, там должно получиться либо рагу, либо что-то такое. Либо запеченная крыса с картошкой. Ну, что-то типа того. А, ходок. Нет, вот. Ну, я могу еще ходок сделать. Как-то так. И могу сейчас прям перекусить. А супчики я, наверное, выложу. Слушай, ну с одним тесаком идти смысла нет. Давай-ка возьмем что-нибудь еще. А что ты тут еще возьмешь, блин? Еще один тесак. Эй, блин. Экипировать оружие. А топор? Можно хоть топор починить? Нет. Эти, видимо, оружие, ребята, не чинится. Они идут как расходный материал. Так, ладно. Санаторий Уэрли. Ну, здесь мы... Мы остановились, по-моему, на магазине Орм. Но я пойду дальше. Как говорится, будем проверять новую локацию. Блин, частное исследование. И это у нас полицейский участок. Ой.
Пипец. Увидел, да? Говнюк мелкий. А почему полицейский участок Джимми Джонс называется? Да ее просто там кустарник этот, что он не ходит? Сейчас я его накажу, попробую. Фига ты, олух. О, не надо. Да не надо, блин. Не, друзья, какое-то говно дело. Так не пойдет. Так не пойдет. Ты понимаешь, они меня валят, блин. У меня ни патронов, ничего нету. Как бороться-то с этим говном? Тут, по-моему, два этажа, да? Один. А что я тогда не залутал? Неужели сейф? Конечно. А у меня ключ. Ключ отсутствует. Гипермаркет с Салем. Ёпрсетая, уже. Уже свои вшивые ухи навострила. Да ты чё, я никуда не могу, ребята, от нее это. Понятно, короче. Там эти жирные ходят. Все, приплыли, получается. Вообще ничего не могу сделать. Никуда, никакой вылазки не могу сделать. Элементарной даже. Ой, я в шоке. Там придурок, тут зеленая жопа лазит. Да и время уже поджимает. Пипец, короче. Это тупо. Как тебе объяснить, я даже не знаю. Тупо ничего не сделал. Там этот облизун стоит. Ёпарсоте, а. Как же мне не хватает моего дробовичка, друзья мои, если бы вы знали. Не дробовичка, а... И они услышали. И они услышали. Потоптались. И что, они теперь будут тут шоркаться, что ли? Нет, расходятся по местам все-таки. А этому жирному по барабану. Так, ладно, все, друзья мои, время, ё-моё, тут засиделся. Ауч, время-то еще ехать. Блин, успею ли я? Успею. Успеть-то, блин, я успею. Так, кстати, что у нас тут? А если, например, не буду собирать, она испортится, находясь здесь, или нет? Такой вот вопрос меня интересует. Материалов нет, ресурсов нет, патронов нет, ничего нет, блин. Просто ничего нету. Я даже не голоден, чтобы тут сидеть, блин, просто так вот тупо сидеть. Все отмычки потрачены. Да.
что, дробовичок этот вшивый делает? Ну это же бред, ребят. Вот этот вот. А, кстати, а, у нас был, у нас сломался даже, да, дробовик-то. Я не знаю, выживем ли мы по поводу забора, может быть. Я и почитать-то ничего не могу. Ловушки эти делать? Это же такое себе удовольствие, да? Ладно, ничего не поделаешь, давай спать до утра. Приперлись. А то, что я там капканы, ловушки, это делаю по барабану им, да, на все это. Блин, у меня и машина ломается. У меня и машина ломается, друзья мои. Я ничего не могу сделать с ней. А пешком, ты представляешь, бродить, ходить здесь. Удовольствие, блин. Да я не знаю, что делать. Какой-то попадос. Без материалов, без ресурсов, без всего. Если только рисковать своим здоровьем, драться до последней капли крови. Другого варианта я не вижу. Сейчас посмотрим, сколько мы этому жирному отнимем здоровья. Понятно. Бомбанул жиробас этого чертового. Дайте мне ресурсы какие-нибудь, ёк-макарёк. Я еще и с картошкой с этой, я картошку не выложил, баран. Эв сообщил мне, что он готовится к строительству нового ковчега. Проект подписан как идеальное королевство Фреда Мейнера. Требования Эв слишком высокие, но я нашла очень хороших строителей, чтобы обеспечить главный ход проекта. Я предложила продать идеальное королевство как землю, открытую для туристов, что было одобрено Эв Мона 28 мая 2003 года. Я картошку, блин, не выложил, с этой картошкой бегаю. Ну ты, Трей, ну ты... Просто пипец полный. Это теперь мне надо возвращаться с этим, со всем барахлом туда к себе на базу, блин. Это терять время. Это машина у нас. Слов у меня нету. На эту вот чушь у меня нету, ребята, слов. Это же время все, понимаешь? Это все время, блин. Оно и так у нас тут, блин. Да не снять твою налево, блин. Автомат и 8 патронов. На один выстрел, что ли, получается, да? Где там этот суп? Все же понимают, что у меня тут кое-что сразу сломается. Забор не выдержит еще одной атаки. То есть, ну, в любом случае нужно куча ресурсов. Гипермаркет с Салем. Может быть, туда, конечно, надо было бы съездить. Я пока здесь пошуркаюсь. Пока есть такая возможность. Поднять все. Так, экипируем. Куда ты его? Блюдок ходит тут, а?
кончился мой тесак. Вот и все, я остался, я вообще без всего. Хлеб гнилой плюс картошка, зашибись. А там бегуны. Обалденно. Да как тут быть-то? Как тут выживать-то? Ну, кулаками, что ли, с ними драться вы прикажете? Или что? Я кулаками тут замучусь с ними драться. Ёк-макарёк, а. Ни железа, ни хрена. Гостиница «Зеленая миля», дом. Ну пойдем посмотрим, что в доме. Может, что-то не добрали там в этом доме. А, здесь отмычка нужна. Тьфу ты, блин. Я не знаю. Вот еще одна локация здесь. Автомобильный завод. Опа. Тут можно полутаться, друзья мои. А что они здесь делают, интересно, на этом автомобильном заводе? Да мне, блин, ресурсы бы дали лучше бы. Они вот эти вот гнилые ваши, блин, припасы. Порох, ну порох, ладно там. И это все? Что тут какое-то здание, блин. Комната большая. О, нет. Короче, без противогазов тут уже все. Никудашечки нельзя. Эту надо как-то открывать или убирать, чтобы мне туда пройти дальше. Здесь вот сбоку еще. Мне кажется, там тоже яд. Проверим. Точно. Блин, без противогаза вообще делать нечего. Ну, может, эти что скажут мне? Думаю, у вас есть о чем поговорить. Я, пожалуй, уйду. Спасибо. Хорошо, я завтра вернусь. У меня есть кое-что для тебя. Думаю, у вас есть о чем поговорить. Я, пожалуй, пойду. Пожалуйста, подожди. Мой глупый брат никогда меня не слушал. Не мог бы ты поговорить с ним? Брат, ты хочешь отругать меня просто силой этой? Почему ты просишь других людей поговорить со мной? Почему? Почему бы тебе не запугать других, используя мою силу? Вдруг тебе станет стыдно? Мой брат, конечно же, должен заботиться обо мне, разве не так? Идиот, люди уступают тебе, потому что не боятся меня. Ты думаешь, что и зомби так поступят? Тебе есть что сказать? Так, ты должен дать ему больше возможностей. Я думаю, он заслуживает больше возможностей. Посмотри, все видят, что тебе нравится кричать на меня. Что я могу сделать? Хорошо, я дам тебе шанс. В эти дни я буду очень занят. Ты должен пойти со мной в квартиру, где будешь находиться под моим присмотром. Тебе срочно нужны тренировки. Я бы не назвал твое обучение шансом. Твой острый язык ни в коем случае не принесет тебе пользы. Ты невыносим. Куда ты, мать твою, идешь? Вернись. Черт. Этот тугодум снова испытывает мое терпение. В конце концов, он твой младший брат. Прекрати говорить за него. Ты отталкиваешь его дальше.
по неверному пути. Я должен его натренировать до того, как с ним что-нибудь случится. Давай поговорим о других вещах. Поскольку ты уже здесь, я уверен, что ты видел токсичный дым, появившийся во многих местах поблизости. Да, это мертвые места. Поэтому мы не можем их исследовать. В глубинах завода находится очень сильный монстр. Я думаю, что он и есть источник токсинов. Я спроектировал противогаз и написал инструкцию по его созданию. Изучи, он должен защитить тебя от токсинов. Люди не могут жить в токсичном дыме. Для решения этой проблемы необходимо создать противогаз. Самый простой способ сделать его — использовать хирургическую маску и два воздушных фильтра, которые будут соединены с защитным экраном. Это звучит просто, но при создании не должно быть ошибок или недочетов. В противном случае любая протечка приведет к смерти. Ладно. Ты должен придумать план дальнейших действий. Когда ты сделаешь противогаз? Кстати, зомби, пораженные токсичным дымом, получают больше сил, когда они после смерти превратятся в другого монстра. Будь осторожен. Зашибись, охренеть. Обалдеть, блин. То есть эти монстры, умирающие в дыму, становятся еще сильнее. Мал, блин, красота просто, я не знаю, блин. Лучше и быть не могло. Пипец, блин. Машина сейчас сломается. Это... Ну это что, ребята, такое, а? Без машины, да я запарюсь туда бежать без машины, ты понимаешь? Да, но противогаз-то я все равно сделать не смогу. Патроны могу сделать. Делаем, ребят, патроны. Пускай даже такое маленькое количество. Картошка, консервы. Да это мы уже читали. И что же мне теперь делать? Так, можно восстановить выносливость. Какую выносливость-то? Ну-ка. Я не вижу никакой выносливости. Будем слушать музыку всю ночь. А какие еще идеи? Только когда мы с тобой слушаем музыку, зомби не придут к нам. Картошка-то хочется. О-хо-хо-хо-хо. Картошка далеко не цела. Картошка далеко не цела. Пипец. Так, мне картошка, блин, которую, может быть, я взял. Картошку, которую я взял, она, ребята, это. Да. Костер закончился, да? Плитка тоже готовить не будет, если у нас аккумулятор сядет. Вот так и остается только лишь.
готовить картофель. Так, посмотрим. Ну, более-менее, более-менее, ребят. Это мне все не нужно. О, тесак могу сделать. Давай хотя бы тесак сделаем, потому что, ну, без тесака вообще, ребят, ну, с голой жопой бежать туда против монстров, ну, это не вариант. Хотя бы тесак. Плюс патрончики, да? Тесак плюс патрончики. Я уже даже не знаю, чем заняться. Музыку опять слушать, что ли? Встает. До 6 утра мне нужно музыку слушать. Другого варианта нету. Есть, все, ребят, могу спокойно выходить на улицу. Так, у меня есть тесак. Тесак у меня есть, и что? Надо магазин этот все-таки добивать. Магазин Орм. Давай, пошли. Тесак в руках. Это жирный, он неповоротливый, да, он, по-моему, не такой уже и сильный. А вот этот вот гаденыш, это да. Да как же ты услышал-то? Ну, чмуха, а? Бегунки. А этому пофиг, прикинь. Его можно было бы даже не трогать. Ой, идет, идет. И с этим я, наверное, так разберусь. Отвалить его утырки. И опять там со здоровьем что-то беда какая-то. Кости, блин, переломали ему. Перелом костей. Шины нужны, всякие дребудени. Там говнюк еще ползает. Услышал, что ли? Я не пойму. Такс, такс, такс. Опять сейф. Там же двое ползает каких-то. Ну что на этот раз? Строительство нового ковчега идет по плану. Эв считает, что пришло время сформировать главную команду этого нового мира. Согласно инструкциям Эв, мы должны подготовить выдающиеся группы исследователей маркетинга и безопасности. И сам Эв будет отвечать за общее руководство. Я беспокоюсь, что это будет слишком утомительно для Эв, но настаивает на этом решении. Я должна сделать все от меня зависящее. Исследовательскую группу, безусловно, возглавит Дональд. Я рекомендовала бывшую жену Дональда, Кару, поставить главой маркетинговой команды. Сейчас она очень хороший менеджер по продажам. Эф обеспокоен тем, что у Кары нет понимания о нашей карьере. Но я не думаю, что это проблема. Его бывшая жена и сын на нашей стороне. Я думаю, что Люк может нести ответственность за безопасность, как и Эф. Но я не считаю его самым хорошим кандидатом. По крайней мере, он знает, что
нужно делать в любой ситуации. Монна, 1 июня 2013 года. Допустим. Что-то у вас тут как-то до хрена улетел. Нас там, по-моему... Нет, я думал, там перемололи уже всего. Блин, ну не то, что надо. Абсолютно. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Бегунка, бегун бежит. Как она достала. Да ёпрасоте, блин, ее заткнуть надо, блин, как можно. Вон она, да, тварь орёт. А мне туда к ней не пойти, не пройти. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну ты тварь, а? Подстава. Уйди от меня. Надо выходить и заходить обратно, блин. И она так будет орать. Дебилка эта чертова. Не успокоится, блин. Просто не успокоится. Так, здесь ничего нету. Тут магазин. Лавка. Ну, подожди, здесь все взяли мы. Здесь все. Блин, тесак уже почти, ребят, сломан. Ну, что-то их тут прям вообще. Храмуля этот идет. Куда ты идешь-то, ёк-макарёк? Давай попробуем наказать. С удара. С удара. Где эта гадина? Где-то должна быть здесь, недалеко. Вон она, по-моему, да? Она же? Она... Тварина. Кричащая, блин. Услышал, понятно. Тесак сломается скоро. Подожди, а вот это не спуск? Блин, это еще спуск на следующий этаж, что ли? Ё-моё. Вон там это ублюдина. Смотрим, что тут у нас.
Так, ну у меня, слушай, у меня есть, в принципе, этот патроны. Я могу, конечно, пострелять здесь. Взорвался. В плане. А, они идут там, где услышали выстрелы. Ой. Разъехались ножки у гнилой картошки, блин. С этим хромулей драться стоит вообще или нет? Или как-то, я не знаю, как-то обижать его? Ну, видишь, не наврали, что здесь монстры действительно сильнее и коварнее. Так оно и есть, ребят. О, это что у нас? Лапша быстрого приготовления. Так, это знаешь, кому нужно? Нужно это отдать профессору. Он просил лапшу быстрого приготовления. Лута еще дофига, но тут не забывай еще сейф. Сейчас я этого со спины попробую наказать. Все, тесак кончился, ребят. Что за фигня? Да. Профессор, где у нас профессор-то? Я уже не помню, он там находится, если честно. Профессор кислых щей. Ох ты, но это только один, а нужно два. Нужно два этих воздушных фильтра. Ты услышала, что ли, стерва? И металла нету, понимаешь? Нету ни алюмишки, никакой проволоки, чтобы я мог хотя бы сделать себе этот отмычку. На второй этаж, может быть, подняться. О, вон там еще я не был. Сопляка. А как мне туда-то попасть? Что-то я... Вот сейчас вот я не пойму. Да ёпарасете, блин, ну. Ну, он услышал, да? По ходу дела. Выстрел идет в этом направлении. У меня из оружия ни хренашечки не осталось. Кроме сигарет. Ага, вот сюда нужно зайти как-то. Как, вот как ты думаешь, много я ему урона нанесу со спины? Это полный отстой, я тебе так скажу. Кулаками драться, это вообще отстой, отстойничай.
Нет, надо. Да ты заколебал, ты идет прям сюда. Короче, все, надо валить отсюда. Надо валить отсюда и возвращаться. Ауч. Время-то, ребята, время-то. А где выход-то? Ёпрст, это мне вот это все бегать, что ли? Ты иди, засранец. Да валите вы все нахрен от меня, ублюдки. Зашибись, это столько бежать, а потом еще вернуться надо будет. Где выход, твою, блин? Ядрен матрен. Забежал куда-то в какие-то дебри непонятно. Где выход, блин? В самом низу, блин, мне туда не... Да это издевательство какое-то, блин. И чё? И времени сколько, блин? 59 минут, ровно час у меня, ребят. Я успел прям тютелька в тютельку, ребят. Опять же, спать нельзя. Почему спать нельзя? Ну, потому что... Так, и нужно еще вылечить эти раны, блин. Ни кофейка, ничего нету, да? Настроение только могу себе поднять. Могу съесть картошки. Чуть-чуть. Берем тогда эти дубинки, ребят. Ну, лучше что-то, чем кулаками драться. Ну, видели же, блин, полный бред. Я забор починить не могу. Мне надо не готовить, мне можно просто съесть. Наверное, вот это вот и есть выносливость, мне кажется, вот это вот. Это болеутоляющее. Так, антибиотик. Жаропонижающий, антидот. Просто проверю. Без понятия, что она делает. Слушать музыку до утра, блин. Прикинь, занятие. Не поспать, ничего, блин. Потому что зомби тут вонючие ходят. От этого бренчало. Так, сейчас таблетки, ребята, возьмем. Примем. Наступил день. Так, какие я хотел?
который с неизвестным эффектом. Так, а что это дает? Как, найти определенный предмет. Быстро найти определенный. Какой предмет быстро найти, я не знаю. Так, профессор просил принести ему тарелку супа, насколько я помню. Че с этим фильтром-то бегаю? Ну-ка, проглотить. Что там у нас? Так, повышает активность увеличения на короткое время вашей силы атаки. Спасибо, сила атаки хоть увеличилась немножко. Так, значит, профессор у нас находится, а где он находится? В санатории. Блин, ну где профессор-то? Он здесь, по-моему, в санатории. Потому что здесь же газ у нас, да? Сейчас посмотрим. По-моему, тут. И находится он в этой комнате. Не знаю, поможет ли ему этот доширак. Как-то вообще. Ну-ка. Ты должен знать, что время очень важно для меня. Я нашел лапшу быстрого приготовления. И? Но я забыл ее взять с собой, извини. Это шутка? Не смешно. Так, заключить сделку. Что там у тебя по сделке? А что, я действительно что ли лапшу не взял? Ай, баран, блин. Ай, дурик ты, Рэй, вообще просто дурила, блин. Я лапшу выложил, блин. Бежал сюда отдать лапшу ему и забыл ее выложить. Его-то кусок, а. Патроны нахрена ты взял, Рэй? Ёпарасота, блин. Нахрена ты взял с собой патроны, если у тебя нету дробовика, блин? Ну ты... Ни лапши не взял. Так, посмотрим, револьвер я этот вонючий сделать могу или не могу? Где он? Я уже не могу, потому что не хватает железа. Тогда нахрен они здесь не нужны мне. Так, лапша быстрого приготовления. Да он ничего не даст, мне кажется. Ну чё, и? Я нашел, говорит, лапшу, и... Но я ее забыл взять с собой. Это что, шутка? Да, это прикол местный. Я знаю, что забор у меня сломают, если я киморну. А спать надо. Иначе он просто у меня вырубится. Так, давай лапшу. Спасибо, что помогаешь мне в трудную минуту. Твое исследование очень важно для тебя и для нас всех. Ты умный человек, ты знаешь, как подбодрить. Как продвигается твое исследование? По правде говоря, не очень хорошо. Каждый раз, когда я приближаюсь к правде, я начинаю сначала. Что ты имеешь в виду? Звучит неправдоподобно. Всякий раз, когда я чувствую, что продвинулся в исследовании, то у меня начинается кружиться голова, и я забываю, чего я добился своими исследованиями. Как это можно забыть? У тебя что, нет журнала, где ты записываешь свои наблюдения, продвижения? Есть, но я проверил его и не смог найти ничего полезного. Так значит, ты чувствуешь, что сделал невероятное открытие, но у тебя нет доказательств? Похоже на то. Ты должен разрешить большому брату взглянуть. Вероятно, это всего лишь иллюзия. Поскольку нет никаких доказательств, это, скорее всего, лишь иллюзия. Ты сомневаешься во мне? Я просто говорю правду. Ты должен быть слишком устал. Сделай перерыв и отдохни, поспи немного. Я не могу. Мне нужно найти решение как можно скорее. Нам лучше попытаться выбраться отсюда. К месту спасения. Ты слишком наивен, это будет не просто так. Это реалистично.
чем твои предполагаемые исследования. Предполагаемые? Незнание – важная составляющая твоего лексикона. Пожалуйста, уйди, я хочу продолжить свои предполагаемые исследования. Да и фиг с тобой. Я знаю только одно, что без противогаза у меня застопорилось абсолютно все. Я ничего не могу сделать. У меня нету ни лута, ни хрена, блин. У меня скоро все сломается. Я скоро упаду, блин, без силы. Так как спать у меня хочется. Я не могу спать. Я боюсь ложиться спать, потому что у меня нету забора элементарного. Лута нету для того, чтобы починить этот дебильный забор. Вот так вот, друзья мои. Ни отмычки, ни хрена нету. Буду сейчас вот этими битами полосовать их. Других вариантов у меня просто не осталось. Благо, я хотя бы вылечился, теперь, блин, буду им втык всем давать. Благо, хотя бы здесь поубивал малька. Крикуни эти тут орали. Где бы полутаться-то? Хоть что-нибудь. Так, вижу, здесь что-то есть. Да ты серьезно, блин? Банка лапши? Тут есть второй этаж. Тут тоже отмычка нужна. Там тоже нужна отмычка. Да чтоб вас, блин. Забор, он чинится чем? Ну не досками, по-моему. Так, а как мне туда пройти? Подожди, как мне сюда пройти? Подожди. Тут тупик. Если я вот так вот бегаю... Здесь. Так, тут тупик. Блин, не могу догнать. Если я сюда спущусь вниз. Вот сюда. Сюда вот, да? Что за бредятина-то, а? Слышала, что ли, стерва? На, по зубам. Я думаю, что он у меня? Он уже у меня без авто. Ёпперсоты. Ага. Так, я попробую. Тут даже не среагировал, да и пофиг мне на него. Че, будем подниматься? Да ну какой-то бред, просто бред, ребят. Ну вообще без противогаза никуда. Все, блин, без противогаза никуда, ребята, не продвинуться. Так, ну и ковчег почти завершен. Однако несколько вещей должны быть улучшены к следующему году. F считает, что это лучшее время для запуска F585, поэтому у него имеется годичный патент. F очень беспокоен окончательной ценой препарата. Низкая цена оставляет подозрение о его эффекте.
Высокая отражает людей, отгражает людей от покупки. Нам необходимо как можно скорее разослать Фе-585 во все точки мира. Я предложила отправить препарат в бедные страны в качестве лекарства для оказания гуманитарной помощи. И Ф одобрил мой план. Мона, 2 февраля 2023 года. 2023 года? Наш год, что ли? Ну тут, я так понимаю, из лута осталось только 2 сейфа. Все. Больше тут ничего не осталось. Что сейчас сделал? Что-то выпил, что ли, что-то? Он до того устал, что уже, ну, скоро, ребята, все, он рухнет, просто рухнет. Спать, прикинь, спать рухнет прям на земле где-нибудь. Найдена квартира большого брата? Дверь заперта. Что на ней написано? Склад большого брата. Только для персонала. Хм, хорошо подготовился. Ага. Ага. Такое ощущение складывается, что мы этого брата будем валить. И в его доме будем лутаться, скорее всего. Так, ну что, ребята, у меня нет сил. Погнали домой. Доеду ли я еще до дома, неизвестно. Доехать-то доеду. Доехать-то я доеду. Что там, созрело? Нет, созревает еще. Ничего починить нельзя. Ну, только фильтр водяной. Только лишь водяной фильтр, и все. Картошка сгнивает, блин. А водка что она делает? Вредит здоровью. Понятно, что вредит здоровью. Таблетки дизентерии. Таблетки для желудка. Болеутоляющие. Найти определенный предмет. У меня и машина сломается. Ну это просто чудо, ребята. Это просто повезло. А машина сломалась. И картофель испортился. Пипец. И машина сломалась, я тебе скажу. Вот что. Ух. Тухлый жареный картофель. Обалдеть. У меня машина сломалась. Куда я теперь побегу? Без ресурсов. Вот мне объясни, куда? Никуда. Ну что опять там у тебя, блин, а? Я не буду пока собирать ничего.
Ну, что у меня остается? Гипермаркет. Пипец, гипермаркет. Это стерва еще тоже видит, да? Причем издалека прям. Две жирные свиноты тут ходят. Ну как тут с ними драться-то? Ну ёпрсы ты. Полицейский участок еще остался, там у нас есть. Три этажа здесь. Придется разбираться. А что делать, ребят? Выбор, блин, невелик. Либо мы, либо нас. Подсовывает вечно. Услышал, услышал, ублюдок. Ну давай хоть это. Так, я сейчас... Блин. Я на спины, в принципе, как ты заколебал там ползать. Этого можно, в принципе, сейчас накумарить, когда он зайдет туда, в эту комнату. И тут я его, как говорится, настигну. Услышали, оба услышали. Так, а если мы здесь внизу посмотрим что-нибудь? Крикунья опять, эта собака там. С этим проще мне разобраться. С этими ходунами. Так, он что, хочет сказать, что он услышал, как я вот эту гадость бомбил, что ли? Кто-то там еще рычит. И всего со спины. Идет, смотри, идет сюда, говнюха это. А мы знаем, что она орать любит. Надо напряжение, ребята, брать. Созвала всех, кому не лень, да? Ну иди сюда, храмуля, сейчас и ты получишь, блин. По зубам, блин. Крадется он мне здесь. Еще есть дубинка, нафиг. Тебе достанется, чмошник. По-моему, все, ребят. Можно чисто лутаться. Фух. Лишь бы лут был хороший. Фигня полная. Мне нужен сейчас металл. Кастрюли, чайники. Резина, фиг с ним.
Недавно произошли случаи мутации у людей, сведенных в организм Фе-585. Ожидается, что он скоро такое произойдет во всем мире. Ну и в Ковчег начнет принимать выживших. Эф требует разработки разумной системы искусственного интеллекта для будущего управления Ковчегом и более эффективного мониторинга своих граждан. На самом деле лояльность людей в данный момент чрезвычайно важна. Видимо, Эф не очень сильно доверяет Люку. Я должен следить за Люком в случае каких-либо проступков. Мне кажется, этот Люк, он много чего знает. Так-с, давай здесь посмотрим. Так, ну это дерево, это пластик. А тут что, кстати? Недавно множество людей в нашем мутировали в зомби. Большое количество уже убито полицейским. Ведется установка личности жертв. Причина этого мутационного инцидента выясняется, поэтому неизвестно, является ли происходящей инфекцией. Мы советуем вам оставаться дома. Так, ну где-то еще должен быть лут. Упс. Свинота жирная ходит там. Тут, то есть, есть еще один этаж, да? Тут три этажа. Такой свин, а. Услышал, идет, бежит. А, он услышал, как я взламывал. Так, лута еще нормально, да, здесь получается где-то. Сейчас я с этим столкнусь. Так, еще здесь двое. Слизерин вшивый этот. Так, а там все, да? То есть, получается, вот этот шкафчик последний, что ли? Ладно, не сбежать его. Сейчас посмотрим, если последний-то лут или нет. Нифига, ребята, это не последний. Здесь что-то еще где-то должно быть. Но сейфа я не видел. Ходят вдвоем, блин, там, ублюдки. Ведь не обойти их. Ладно, давай сделаем по-другому немножко. Поднимемся на второй этаж, посмотрим. Если там опять газ, ну, я не знаю, ребят, что делать. Мне кажется, там газ. Потому что зеленый какой-то, видишь, освещение. Просто ничего не сделать без противогаза теперь. Есть у нас антидот, но мне кажется, антидот он против заражения, наверное. В общем, хочешь не хочешь, с этими говняками придется драться. Ага. Давай, выходи, гаденыш.
Пипец какой-то. Они так и будут там тусоваться, что ли? Да бей ты его, ганду... Все равно что-то сделал мне. Либо поцарапал, либо еще что-то. И все равно еще не все. Хм. Где же еще там лежит что-то, а? Тю-тю-тю-тю, ну... Но я тебе говорю, что вроде бы здесь не было сейфа. Я могу, конечно, ошибиться, может быть, не увидел. Но сейфа, по-моему, тут... Ага, вот. А в газе сказали, когда убиваешь монстра, он становится еще каким-то более другим монстром. Ну, это, конечно... Это, конечно, вообще жесть будет. То есть ты убиваешь, он превращается в другого. Лучше, блин, не придумаешь. Ребята, а вы в курсе, что у меня времени-то? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот это я... Вот это я обосрался, ребят, по-моему. Я же не успею, да? С этими зомбиями пока тут... Воу-воу-воу, в зоне риска. Хотя на машине, может быть... Это не так страшно. А где картошка? Погибла, блин! Погибла! Я думал, не будем брать, чтобы оно... Не испортилось, оно погибло. Тхе! Ну, это, по-моему, крах инженера Гарина. Я остался без еды. Я остался без всего. Картошка, которая была, сгнила. Топор. Угу. Нужен еще вот этот один фильтр. Я не могу, ребята. Кстати, отмычки. Отмычки. Так. Не более 4 раз ящики вскрывает. Давай. Так, что еще? Надо посмотреть по состоянию здоровья, что у нас там. Очистка пошла, очистка пошла. Скупаемся, что ли? Обалденно, опять музыку эту слушать, блин. До утра брынчалово это. Мне главное, чтобы после 12, ребята, чтобы не так, если даже они прорвутся, чтобы они не сломали. Я просто удивлен по поводу картошки. Это так облажаться, ребята. Это так облажаться из-за этой картошки.
Да. Глупо и нелепо. И оружие у меня, да, кончилось. То есть у меня дубинок никаких нету. Отмычку вот возьму. Вообще ничего не могу сделать. Ни стрел, ни хрена. Спать до утра, блин. Ты можешь выйти на улицу, блин. Спасибо, блин. Выйти на улицу без еды, без всего. Выйти на улицу можешь. Что мы там не долутали? В магазине Орм. Отмычки, да? Отмычки там, по-моему, нужны были, если я не ошибаюсь. В доме в этом тоже, по-моему, отмычки нужны. Так, они где-то должны быть здесь, недалеко, я помню. Я не выложил, надеюсь. Чит ублюдок ходит там. Вот он, этот сейф. Сейчас посмотрим, что там. Блин, лишь бы что-нибудь полезное, а. И открывает он, кстати, быстрее вот этой новой отмычкой. Не то, чтобы я хотел, конечно. Так, население нового ковчега достигло 200 тысяч. Все по-прежнему напуганы происходящим, но они очень благодарны за Эфу. Престиж Эфа, как всегда, высок. Эф обсуждал со мной создание королевства. Он не думал о создании каких-либо новых денежных единиц или использовании GG-1118 для управления его людьми. Однако некоторые люди ни разу не вводили себе Фе-585. Я предполагаю, что Фе-585 заразен. Поэтому мы должны убедиться, что абсолютно каждый получает укол Фе-585. Мы также должны улучшать и продвигать преимущество GG-1118. Люди не могут жить без него. Амона, 26 января 2025 года. Так, ну здесь еще лут остался где-то. Где-то, наверное, еще сейф. Желтая, видишь, полоска? Вот она, оранжевая. Где-то сейф еще один должен быть. Или сейф, или шкаф. Что-то одно из двух я пропустил. Вот он, сейфик. Еще один. Это уже, наверное, последний. Дайте мне фильтр для маски, чтобы я мог хотя бы заходить на вторые этажи, блин. Хрен с ним, два. Эф крайне недоволен успехами спасательной операции. 34 человека потерянных против приведенных в ковчег 116. Такой эффект не может поддерживать устойчивый прирост. Эф попросил превратить ближайший город в экспериментальное поле, куда будут запущены клоны, чтобы проверить, смогут ли они добраться до назначенного места спасения с наименьшими повреждениями. В будущем ресурсы могут предоставлять воздушным транспортом. Я считал, что это будет сложно сохранить высокий уровень выживаемости, но Эф отрицает мое мнение. Наиболее отзывчивый сможет выжить. Это очередная форма отбора людей. Я скоро выполню этот план. Я бы назвал его... Деливер проект. Мона, 8 августа 2025 год. И еще что-то осталось тут. Я думал, уже тут все залутали. Нифига. Что-то где-то не добрали. Вон, маленькая-маленькая крохотулька тут осталась. Но где?
Где я мог пропустить что-то, а? Интересно, где ты что-то пропустил? Ага, вот где. Пипец. Крем-брюле. Так, ну что, теперь можно выходить и бежать, наверное, в дом. В доме мы не долутали там, получается, да? В доме. Вот в этом. Там нужна была отмычка. Отмычки у меня на тот момент не было. Сейчас он уже есть. Давай, входи. На где? Вот она. Вот сейф. Посмотрим, что тут у нас лежит. Ну, такое себе. Опять железо. Ну все, в этом доме больше ничего нету тоже. Что делаем дальше? Автомобильный завод. Гипермаркет Салем. Там у нас только второй этаж, да, получается? Полицейский участок. Ваня, ты, блин, нужен. Да подожди ты, тип парзыты. Идиота кусок, а. И это еще серва бежит сюда, блин. Автомобильный завод. Да какого хрена он бежать-то начинает сразу? Я не пойму вот этого. Да бей ты его на опережение, блин. Гадина этот ползает там. Насколько я помню, эта гадюка так, сюда идти бесполезно. Получается, мне туда надо идти. Эта гадюка нас будет с запахом таким неприятным. Пойдем же рыбаса вольнем. Он взорвется же. Че, никто ничего не слышал? Ну и прекрасно. К зомби уже не подойти со спины. С такой зловонью. Вообще ничего не осталось. Ой, вообще ничего не осталось, блин. Никакого оружия, ничегошеньки. А
А где мы видели эти придурки-то там стояли? В доме большого брата, по-моему, да? Стояли они там. Может быть, надо переговорить было? С кем-нибудь. Я думаю, что я довольно ясно объяснил, что тебе нужно время для самоанализа. Самоанализа? Думаешь, я понятия не имею, что ты сделала с Кэтрин? Какая же ты злая. Ты действительно любишь эту сучку. Эй, ребят, вы должны успокоиться. Я просто хочу, чтобы она ясно поняла текущую ситуацию и перестала делать глупые вещи. Я не хочу тратить время на нее. Пожалуйста, поговори с ней. Мое терпение ограничено. Ты мудак. Все, все, он ушел. Черт, он был моей собачонкой, а теперь у него власть. Разве он не просил тебя поговорить со мной? Скажи хоть что-нибудь. Пожалуйста, пойми ситуацию. В любом случае, ты должна ясно понимать нынешнюю ситуацию, чтобы выжить. Нынешняя ситуация в том, что я умру без большого брата. Если бы эта сука заняла мое место, то это было бы концовкой моей жизни. И я думаю, что Кэтрин не была заинтересована твоим местом. Ха, она не могла до этого додуматься. Она умерла, забудь об этом. Тогда почему ты так сильно ее возненавидела? Она одевалась как шлюха и продолжала флиртовать с мужчинами. Терпеть этого не могла. Она была потенциальной угрозой, вот только... Лок прав. Я просто секс-игрушка большого брата. Я буду жить, пока ему нужно мое тело. Если однажды он устанет от меня. Однако он не будет мучить тебя, пока ты не создашь проблем. Это означает, что я выживу, но в роли сексуальной рабыни. Ха-ха. Прекрасно, мне нужно только раздвинуть ноги, чтобы сохранить свою жизнь. Это ведь намного легче, чем бороться с таким человеком, как ты. Хм, я поняла, спасибо за разговор. Да не за что. Блин, у него тут так все обставлено. По первому разряду. И машина там у него, нифига, смотри. А у меня... Не оружие, нифига. Он хоть с пушкой ходит, блин. Гостиница зеленая. Нет, я уже не пойду ни в какую зеленую красоту. Мне надо ехать обратно. В парках, насколько я могу понимать, ребята, все, да? Животина больше никогда не появится. Гораздо чем ходить пешком. Ну, это понятно. Машину-то я починю. А вот что я буду кушать? Я ума не приложу. 13 патронов. Да поломанные УЗИ. Куда вот эта вот консоль? В хорошем состоянии. Кому ее? Мишка этот? Кому? Я без понятия. Хорошее настроение можно получить. Обхохочешься, блин, как хорошее. Все, чипсоны и это берем. Так, меня, по-моему, подранили же там, да? Или нет? Я абсолютно здоров, написано. Я абсолютно здоров. Уж простите, ребята, но мне нужно до... Сколько? До 2 ночи бренчать на этой фигне. Просто перемотай немножко и все. Какую-то музыку бы врубали, действительно. Какое-то бренчалово, обычно бренчалово, ребят. Тупое, нелепое бренчалово. У нас еще восстанавливается здоровье потихоньку, да? Причем, когда мы
Бодрствуем. Зомби не идут к нам. Как только мы ложимся спать, они приперлись. Выйти на улицу я могу. А смысл мне выйти на улицу, если у меня ни черта нет, кроме 13 патронов? Где вот этот лепесток найти второй, а? Найти предмет определенный. Пилюля неизвестного назначения. Так, повышение мощности позволяет нам находить предметы легче и быстрее. Действует во всех местах поисков снаружи. Так хер ли твои поиски снаружи после 3 смертей подряд? О! Так, а у меня отмычка же есть. Которую я, как всегда, выложил уже, да? Где взять этот долбанный лепесток второй? На морду лепесток. Где взять? Тут объясни... Не понял. Ты вернулся наконец-то? Что я могу сделать для тебя? Дюк ушел, но оставил письмо. Дюк сказал, что ты можешь добиться хорошего результата в создании вакцины против зомби. Как бы сильно он ни старался, поэтому он решил найти свою жену вместо этого. Найти свою жену? Разве это не может значить? Я не думаю о том, что это, что он может совершить самоубийство. В любом случае, наш идеальный план разрушен. Дюк много раз говорил мне, что Миллер очень напоминает ему его мертвого сына. Но Миллер умер. Это все моя вина. У тебя ужасный действительный характер. Хорошо, может, ты и стремишься к своей цели, но все разрушилось из-за твоего ужасного характера. Долгое время я считал, что насилие и централизация необходимы во времена хаоса. Плохие и отстающие солдаты ничего не могут достичь. По правде, я надеюсь, что каждый из нас выживет. В конце концов, мы последняя группа людей. Но проблема в том, что никто не слушает тебя, хотя ты и привык быть командиром. Может быть, теперь мы должны сделать все возможное, чтобы выбраться отсюда, и рассчитываю на тебя. Ладно. Доктор Дюк оставил что-то для тебя в санатории Уэрли. Проверь, когда будет время. Так, а он что, он Дюка завалил, что ли, этого профессора? Ты мутный такой чмошник, а, на самом деле. Что он там мог мне оставить? Может быть, мне хотя бы нож сделать? Ну, раз вообще уже ничего нету. Буду хотя бы бейсбольной битой, ребята, баронет. Ну, да что, вот докатились до такого состояния, все. Так, Уэрли, да? Так, а что у нас там в Центральном парке? Поймали животинку, что ли? Да ладно, быть не может такого. Йо-хоу, живем, ребята. Три крысы. А картошки нет, да? Три крысы, а картошки нет. Вот так и живем. Так, значит, санаторий Уверли. Он оставил там мне что-то. Что же ты мне оставил, Дюк? Значит, Дюк ушел, да? Это должно быть письмо, которое он оставил.
Миллер мертв, и я знаю, что действительно случилось. Кто-то перешел линию. Этот молодой человек напоминал мне моего умершего сына и давал мне эмоциональный якорь. Но вы его убили. Он был дураком. Настолько же вы безумны. Я заморозил свою жену, заболевшую раком. Я пойду к ней. Время рядом с ней может дать мне хоть немного покоя. Не ищи меня, я продолжу свое исследование, когда я захочу. Ни для кого, кроме меня. Дюк Ливингстон. По скрипту. Я оставил несколько вещей тем, кто когда-то мне помогал. Он действительно заботился о Мирели. Большой брат сказал, что он оставил мне кое-что. Бинт, шина и аптечка. Дюк, кажется, знает, что я могу легко понравиться пораниться во время вылазок. Также тут есть антибиотики и антидот. Много всего. Добрый доктор Дюк. Такой заботливый. Я должен поблагодарить его, если я с ним снова встречусь. Ну и что там он нам дал-то? Так, может эффективно лечить любое отравление. Да это полная фигня, блин. Теперь Идюк ушел. Теперь я даже, ребята, не смогу с ним торговать. Ну, раньше мы могли порох хотя бы у него выторговать, да? Древесину там. А теперь все. Забудь об этом. Что-то я раздевался. Так, время уже 8 часов утра, я еще не спал, нифига. Зашибись. Так, и что же вы прикажете мне сделать? Автомобильный завод посетить? А, так я тут все... Подожди. Полная, блин. Че, все в газе, да? Вторые этажи все полностью загазованные. Я уже даже не знаю, где я не был, где бы я уже не прошарил. Остается, по-моему, только полицейский участок. Изучено всего 10%. Кряхтит там гнида. Ну что, из автомата что ли шмальнуть? Я не знаю, что еще тут сделать можно. Или звездануть ее хорошечно. По башке, блин. Давай что-нибудь путевое. Дал, блин, путевое. Ту-ту-ту-ту, ну тут... Так, погоди-ка, а тут... Угу, как ни крути, мне надо с этой шмонькой разбираться, да, получается? Вонючая падла, а?
Да фиг ли мне твой пластик, блин. Пластик он мне дает. Нахрен мне твой пластик, блин. В жопу засуньте себе этот пластик, блин. Да как ты, блин... Вонь, что ли, это вонючая выдает меня. Сейчас мы проверим. Проверили. Везде это вонючая зеленая фигня. Вон там сейф, ребят. Я воняю до сих пор. Как бумкнет хорошо, да? Хорошо, так, что у нас тут? Что такое? Греческий комикс какие-то. Читать. Понятно, это повышает настроение опять. Так, ну это разбираем, это тоже разбираем, да? Сигареты. Болеутоляющие. Кровоостанавливающий зажим. Ну, давай так сделаем и вот так. Так, ну лут еще тут есть. Опять твоюшка тут бегает. Вон там еще есть у нас что-то. Сейчас я ее накумарю. Чем ей. На. Так, теперь вот этого жиробаса надо прихлопнуть. Услышала. Мне хватит, интересно, этих патронов. Чтобы вальнуть ее. Тут пакость. И тут нифига. А, подожди. Это тот самый. В общем, ни еды, ничего мы здесь не нашли. Газетку только можно почитать на досуге. Большой брат только что объявил важное решение. Официально создана организация The Delivery from the Pain. Стремясь привлечь больше людей из тени конца света и пригласить их в нашу большую семью с распростертыми объятиями. Большой брат призывает молодых людей присоединиться к DFP, так, и внести свой вклад в реконструкцию нашего дома. Мы уверены, что Большой брат будет руководить DFP, чтобы спасти больше людей и нашу цивилизацию. Так, Большой брат вместе с нами, Большой брат следит за тобой. Вот такие вот, ребят, пироги. Большой брат, блин. Большой квадрат. Но больше ничего тут нету. Хотя шкала вот здесь вот еще, извините, ребята, большущая просто, вот.
То есть лутать, не перелутать. Ну где? А в те комнаты мы заходили, да? Там что, загазованность, как обычно? Везде загазованность. Какой-то камень преткновения. Просто без этого ничего не сделать. Учуял запах, да? Видимо. Подожди, в наглость пойти. Но с такой вонью я не смогу тут потихоньку обходить. Дуру сразу сдуло просто, которая стояла тут, лыбилась. Фига тут ром. Так, это... Ну, с этими жирными уже, ребята, я что-то как-то даже не боюсь ездить. Честно говоря, драться уже как-то... Такой ком-то крестом, главное. Услышал. О! Ядрен матрен. Вот она, ребята. Вот она, эта штука. Так, подожди, дай-ка я выпью вот эту штуку, наверное. Нет. Блин. Твою налево. Че я хотел-то? Все, валим нафиг отсюда. Побежали нафиг на всех парах. Тут бутылка рома, да? Толстяки ходят здесь. Так, я делаю противогаз, получается, и идем в санаторий. Мы идем с тобой в санаторий. Если, конечно, я выживу. Это маловероятно, что я выживу. Что у нас тут? Во! Идеально. Идеально сбитый в руках бегать, блин. Так идеально, прям нет слов. Ёк-макарёк. Конечно, давай готовить. Это даже не обсуждается. Слушай, а я могу еще ловушки там сделать? Могу. И сделаю. А также мне нужна бита. Еще одна. За неимением... чего-то приходится вот так вот делать. Хотя бы с битой бегать. Так, это мы снимаем. Тарелку супа съедаем. Убирай эту фигню. Узи тоже убирай. И берем биту раз. А, у меня только одна бита и осталась. Потому что тут-то мы сломали. Пилюли, может быть, какие-нибудь съесть. Ну-ка. Какой эффект дают?
Что-то вообще никакого эффекта. Просто съел пилюлю и никакого эффекта она не дала. А если вот эти вот? Так, повышение бодрости. Ага. Повышение бодрости. Блин, у нас тут он что-то. Все. Здорово, как быки. Значит, бита, отмычки. Наносит большой урон зомби, пытающимся к вам вломиться. Такая, что их там? До бесконечности можно, что ли, выставлять? Ну, как обычно, ребят. Музыка в нашем... Музыка нас связала, ё-моё. Дело в том, что у меня забор, ребят, сломан. Если это все, там хана будет сразу же. Сейчас с противогаза мы пойдем на второй этаж. Будем там бродить. Вот если столько времени осталось, давай-ка попробуем кимарнуть. Воу-воу-воу-воу-воу! А он сам, ребят, он, я ничего не делаю. Попробовать еще раз, конечно. Вот так вот, ребята, сломали, блин, это все-таки, блин. Как это называется-то? Так и думал, что не стоило ложиться, блин. Так, одна бита. Да биту, наверное, надо не одну, две делать, как минимум. Я сейчас пойду на разборки-то. УЗИ, наверное, уберем. И вот теперь, хочешь не хочешь. Так, постой, у нас суп-то. Давай готовить. Это чтобы крысы не пропали. Теперь, естественно, все это съедаем. И лечимся. Ну все, тут только музыку слушать, ребят. То есть не прокатывает, да? Что мы с тобой там под утро ляжем. Это уже надо до утра слушать музло это. Конечно же, сейчас на второй этаж. Я надеюсь, эта маска, она, ну, как бы долго будет действовать на нас. Ну, она не ломается, надеюсь. Так, все, утро.
Две биты. Скоро у нас... Скоро у нас кролики будут готовы. Ой, кролики, картошка, ёк-макарёк, кролики уже. Я сюда выехал, чтобы поставить эти, ребят, приманки. Уж точно не знаю, попадется ли кто-нибудь. Но приманка здесь уже одна стоит. Все, теперь... Начинаем с чего там? С санатория, да? Поехали. Начнем с санатория. На второй этаж. Теперь я, как говорится, подготовлен. У меня две дубинки. Так, это, наверное, нет, не надо делать. Смотрим, куда там идти нам надо. На лестницу. У нас все залутано, поэтому то, что там рычит, это нам по барабану. Меня вот сейчас интересует. Подожди, так мы тут тоже были. Надо зайти в другую дверь. Сюда, что ли? Шипишь, гадина. А не зря я, ребята, ключик взял. Для сейфа. Нам сказали, что они сильнее, ребята. Они сильнее и превращаться могут, не? Да в плане нужна отмычка, вы чё? Тварь ты такая, блин, нужна отмычка. Ё-моё. По морде это чувырли. А чё он такая жёсткая-то? Полбиты на нее на одну только потратил. Что-то как-то, по-моему, перебор маленько, да? У нее тут лестница вниз. Фига он. Эп, ты что услышал, гаденыш? Сейчас прибежит. Ну и что вытворяет? Блин. Так, этот ползет, потому что он услышал. Он услышал, он сейчас пойдет сюда. Там не услышал шум. Ну там ничего в этой комнате я не вижу, ребят. Они что, вдвоем идут сюда еще? Так, вот этого тогда звездонем в первую очередь.
Увидел, увидел, паршивец. Так, здесь зеленое говно где-то ползает, ходит. Где он только тут? Такой по башке получил. Такой, не понял. Что там типа произошло? А этот вот что идет сюда? Так, прошлой ночью в центральном районе разразилась масштабная вооруженная драка, в результате которой погибли 27 человек. 89 получили ранения. Полиция задержала 124 человека. Сообщается, что драка была вызвана конфликтом между двумя подпольными бандами. Мы взяли интервью у мистера Адольфа Флуата, и он пообещал строго наказать эти банды и внести свой вклад в улучшение безопасности города. Конечно, все они так свистят. Ну подожди, ну здесь на этом этаже должно быть много всего быть. Посмотри, я... Мне вот по поводу отмычки, конечно, просто, ребята, улыбнуло. Ну надо же было так тупануть, а? Просто не взять отмычку. Просто тупо, тупо не взять отмычку. Чего? А это что такое? Откуда это говно взялось-то, эй? Что-то я не понял. Ты видел? Как эта фиговина вылезла тут. Начала пыхтеть, блин. Жук какой-то непонятный. Так, как там выходить-то? На лестницу бежать. С лестницы вниз, блин. У меня скоро вырубится чувачок. А этого у меня нету. Как он называется-то? Железа у меня нету, чтобы починить забор, блин, без забора, ну как вот? Ты видел, что происходит, когда ты без забора? Просто берут тебя и нагибают. Вот и все. Меня на самом деле здесь просто по полной шваркают. Заключается это в чем, ребята? Во-первых, меня лишили практически всего. Меня лишили покупать еду у Жиробаса. Профессор Дюк, ну, якобы тоже ушел, да? Остался я, блин, без еды. Ой, без еды, без пороха, без всего. Вот что мне прикажут теперь делать? Как тут выживать? Этот большой брат, он тут мутки свои делает, нездоровый, блин, бесявый, хмырь. Я сюда приехал, ребята, ради сейфа. Сейф гляну и все. На лестницу, Рэй, на лестницу надо. Это я вообще запутался. Надо уже байки ложиться нафиг. Голова уже не соображает. Иди в туалет, рычи там, а, пожалуйста, блин, бесишь уже. Ну, тупо, конечно, надеяться на вот этот сейф, который сейчас здесь будет, в следующей комнате, что он мне что-то там супер-пуперского даст. Да в плане, блин.
Что за жук? Что за говно? Откуда берется, блин? Подожди, я не понял, а что, зомби воскресли, что ли? Вы серьезно? Так мы так далеко с тобой пойдем. Зомби, ребята, оживает обратно. Комнату покинул. Они все восстали. Как тебе такой расклад? Я прям тащусь от такого расклада. И бита сломалась. В 3 секунды. Короче, нафиг. Это уже, ребята, какой-то Unreal начинается у нас. Бита ломается с 2 ударов по врагу. Ресурсов просто элементарно нету. Красавчики. Туалетный, чему тут орет все время постоянно, блин? Недобитая, блин. Раньше была проблема с едой. Теперь проблема с ресурсами. Даже не с ресурсами, а с некоторыми ресурсами, которых просто здесь нету. Их не дают. Тут больше дают всяких таблеток, лекарств и тому подобное. Вот и все. Ой, ладно, друзья мои, давайте мы, наверное, на сегодня закончим. Я не знаю, сколько мы тут еще протянем таким макаром. Но я думаю, недолго. Я думаю, что здесь мы протянем недолго. Вообще никакое оружие не могу сделать, потому что нету железа, и оно не попадается нам. Вот. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.